последнее время я очень много езжу по стране. Я встречаюсь со многими интересными людьми, с рабочими, и со своими коллегами, с творческой интеллигенцией. Но особенно интересно сейчас мне беседовать, встречаться с моряками. И вот, когда я был в одной из поездок в Владивостоке, мне попалось в местной газете стихотворение владивостокского поэта, тоже моряка, Виталия Коржика. Мне очень понравились эти стихи, я нашел сборник этого поэта. И, ну, не хочу много рассказывать. Сейчас идет работа над одним фильмом, в который, возможно, войдет песня, которая написана мной. Я не профессиональный композитор, это просто для души. Я пишу песню для души. И вот одна из этих песен, мне кажется, она удалась. Возможно, она войдет в этот фильм. Я хочу сейчас вам ее представить. Надеюсь, она вам понравится. Я думал, я Адам, я создан для добра, и Еве не отдам заветного ребра. Но из него, что вдруг с пути не унесло, я выстругаю струк, я вырежу весло. Но из него, что вдруг с пути не унесло, я выстругаю струк, я вырежу весло. Пришла ко мне с добром и стала для меня и сердцем, и ребром. Сквозь штормы проходя, я знал, плывя домой, ты море, ты ладья и светлый парус мой. Сквозь штормы проходя, я знал, плывя домой, ты море, ты ладья и светлый парус мой. Я думал, я Адам, я создан для добра, и Еве не отдам заветного ребра. А ты средь бела дня пришла ко мне с добром и стала для меня и сердцем, и ребром. А ты средь бела дня пришла
ко мне с добром и стала для меня и сердцем, и ребром.